И здесь же, ребята, бог ты мой! Профессиональный футбол будет очень неплохо ударить, и это колесо! Вот что-то было сейчас из третьей лиги, да? А здесь нет положения вне игры. И это 2-1, это было замечательно разыграно. Динамо грустят. Торпеда выходит вперед. Вот так забрасывается глубоко на фланг, почти к угловому флажку. Мяч гостями. Передача на углу штрафной площади. Какого-нибудь движения хотелось бы, или вот этот удар поворотом, и 1-0, если мне не изменяет зрение, то это Игорь Дружинин, 87-й ведь номер у нас отличился, да, Игорь Дружинин, вспоминая то, о чем я говорил прям буквально на первых минутах матча, вот мы смотрим передачу на линию штрафной площади, и никто не идет играть плотно с игроком, позволяя тому оценить и положение мяча, и положение защитников, положение голкипера, и нанести сильный и точный удар. А здесь Казаков вошел в штрафную, мяч потерял, правда, ошибаются тут же. И соперники, Бачинский слева, и удар, и какой гол забивает 77-й номер ленинградца. Приводя в восторг Кирякова. Ну вот мы отметим, что Спартак, например, Костромской, да, для дебютанта, вернувшегося в профессиональный футбол, будет очень неплохо ударить, и это Колесио, номер 88-й, не Ильяс, а Моисеев. Архипов штрафной, бить неудобно, Мишутин, еще дальше, мягкая передача, и здесь же, ребята, бог ты мой, что он делает, друзья? Дубль Романа Жеребятьева. Ударом через себя в угол мяч залетает. Эффектно и эффективно 3-1. Праздник, настоящий праздник игроки «Спартака» устроили своим болельщикам.